Ребята, привет! Привет, самая лучшая в мире команда! Перед тем, как я вас поздравлю, хочу немного так вспомнить вместе с вами, каким был этот год. Я думаю, для каждого из вас, так же, как и для всех людей в мире, этот год был, наверное, не самым лучшим. Многие его там хотят забыть побыстрее войти в Новый год, распрощаться со всем тем... На букву «П», что было в прошлом году, ну еще пока в этом году. Забрать все самое лучшее, что было в этом году с собой, в следующий, 2021 год. А было очень много чего хорошего. Вспомните, как вы начинали в нашей команде, какими вы были в начале и какими вы сейчас входите в 2021 год. Вы супергерои, вы самые мощные, самые-самые красавцы, самые крутые ребята в мире. Ребята, желаю, чтобы в следующем году все самое лучшее, что было в этом году, умножилось сотню, в тысячу раз, чтобы вы стали лидерами, бизнесменами, чемпионами, профессионалами, топами. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Чтобы вы все увиделись в Дубае, чтобы все ваши мечты сбывались просто так. Кстати, ребята, а вы все записали 100 целей? Смотри, дружище, если ты еще не записал, прямо сейчас запиши все 100 целей. Важно успеть до Нового года. И помни, магия Нового года. Все 100 целей сбудутся в следующем году. Обязательно сбудутся. Возьми прямо сейчас и запиши, если ты не записал. Ребята, желаю вам, чтобы все ваши 100 целей, которые вы записали, исполнились в следующем году. И чтобы к ним еще... Как минимум 100 целей, еще круче, еще более масштабнее, тоже сбылись. Так, паровозом заодно. Ребята, всех вас люблю, вы самые крутые. Всех с Новым годом!